И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Ингри Панда. Сегодня мы играем в Майнкрафт, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на карте пиццерия, будем смотреть, какие это час. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давай, Димон, погнали. Калитка работает? Угу, она не убивает? В башке у тебя грохнуло. Так, да. Димон, ну что, это FNAF 3 у нас получается. Все сходится. А, да, FNAF 3, кстати, похоже. Exit, нам туда не нужно. Чуть-чуть, а что такая маленькая? А что чуть-чуть сильно? Нет, а не, чуть-чуть. Не особо. Чуть-чуть похоже, чуть-чуть, ребята. О, тут кнопки, я иду все жмякать. А, это эти игровые автоматы, понял, Дима? Это блохи выпадают с кого-то. Димас, что такое? Ой, я не хотел, Димон, попал по тебе. Крысы, какие-то крысы, Дебас, они меня сожрут сейчас. Нормально. Так, идем в следующую пиццерию. А, я думал, это из наших кто-то, это Чика была. Из наших. Да я не знаю, там уже переоделись, начинают тут просто ходить, прикалываться. Крыса, сдохни. Блин, крыса, 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 гаси ее. А сколько надо по ней стрелять? Меня Фокси в спинку. Так, Димон, иди сюда, будем идти в другую пиццерию. Ого, здесь так темно. Подожди. Здесь вообще темнотища у меня. Так. А ты куда пошел? Че я тебя не вижу? А, вот ты. Пошли вот в другую тут... пиццерию. Подожди, я ничего не вижу, очень темно. Димас, убей того Фоксяшкина, он там... А, тебе может скинуть, на. Яйцо какое-то. Ох, блин, яйцо, из яйца вылупился дракон. Отвали. Ого, на. Все, Димончик, ты видел, как я их уничтожил? Видел, как ты меня уничтожил. А я вот просто гашу всех. Че мигает? Че такое? Не знаю, гаси, гаси их. У вас что-нибудь есть такое? Мне, чтобы одеть, взять. Да, на. У нас какие-то боженьки скинули какую-то траву, короче. Так, погнали. Крыса бегает. Гитара есть от Бонни. Я сейчас пойду поищу, знаешь, что? Блин, а что такой медленный? У меня яблок много, Димон, есть. Могу яблок подкинуть. С ногами не то. Так, Димон, на яблоке. Одеваемся, одеваемся, Димас, одеваемся и машем. Так. Одеваемся и машем, погнали. Ох ты, Димас, ты. А! Да какой это додик делает? А, я его убил. Это жесть. Так, башку одеть надо. Мы попадем в следующую пиццерию или нет? На башку одень, Димас. Давай башку мне. Во-во-во, я тебе скинул. Отличная башка. Нормально. Дай пирожка, да, пошли. Пойдем. Оружие к бою. Крыс поубиваем этих. На. Эти крыс падает жареная свинина. Нифига себе. Жирные свиньи, что ли, это? Жирные. Где вход? Жирные крысы. Ты, Димон, вход видишь? А мы, наверное, его обошли, как всегда. Ладно, давай по кругу. Давай. Большая, будем знать, что большая. О, здорово. О, смотри. Щекотило. Чего? О, мангалина, давай. Смотри. Ой. Ты, это подвал? Блин, да блин. Нажимаю эту штуку, а ты подходишь, и я стреляю вместо стрелы. Прикольно. Ладно, идем. Так, Димон, какая-то часть. Это уголь. Так. Ого, их тут! Смотри, Димончик. Не, я ничего не вижу. А, вижу. Да как? А что тут плодятся? Нифига себе, крысы вонючие. А! Димас, да отвалите! На, Димас, гашу, гашу, гашу их. О, они на тебя агрятся, они на меня. Отлично. Голден Фредди, Димас, спаси! Голден Фредди! Мне не мочим бить. Есть, есть. Вот Голден Фредди я точно не ожидал здесь увидеть. Так. Блин, опасный. Это жесть. Крысы вонючие, а то идите. Вот это мочилово! Да откуда, мангал, отвали! Короче, мне пока не дают в пиццерию зайти, Димас, если ты проход расчистишь. Я иду к тебе, я иду. Ты будешь красавчиком. Сейчас мы яблоко залупим. А то руками как-то, я боксер, конечно. Со всей силой бегу. Да. Крысы вонючие. Убил, кстати, с руки кого-то. Ого, они больно бьют так. А, жесть! Отвалите! На. Да откуда? Мочилово, Димон, давно такого не было. Я не привык так драться мощно. Я иду к тебе, только у меня ничего нет. Я лечусь яблокухами. Сейчас стрелять буду во всех. У меня нету стрел. Подошли, руки вверх. Ого, их. Ого, целая арава. Димон, я иду за тобой, помогаю. Я закрыл дверь перед домом. Не-не-не, успел, успел, мочу, мочу. Димас, забегай быстрее, забегай в хату. Ого, вот это у нас нападение. Димон, это прям целая волна из аниматроников. Я закрыл двери все, понял? Так, Димон, это получается у нас какая часть? Первая. Не знаю. Но я сейчас нам дверь сделаю заднюю, во. FNAF 1. FNAF 1, да? Да, а, да, ну да, да, да. Кстати, да-да-да, FNAF 1.
Я нервничаю немножко, они стоят тут и смотрят, да. Мужики. У тебя, Димас, оружия нет, у меня просто пистолет, он без патрон. Мне нужна какая-нибудь ближнего боя какая-то штука. Так, о, есть. Есть, да? Гитара, отлично. Вот еще. Ух ты. Вот. Ого. Вот. Не, ух ты, Димас, ты меня снабдил неплохо. Пойдет? Да нет. Да нет, мне не нужен, конечно, спасибо. Так. О. А сам ты в чем одетый? Нормально, я чётенький мужик. Ха, мне так прикольно, как будто подштанники у меня сидят. Вот это ты в гамашах. Так, ребята, я готов. О, стрелы у меня есть. Так, ну что, погнали тогда гаситься с ними? Иди сюда, мужик. Ну, будет 20 лет спустя. О, это он, точно, ребята. Да. Блин, мне пекаль поломился. Вот такой смешной. Так, заходи. А, гаси, гаси. Я двери закрою на всякий случай. Ты там дери и скажешь, как оно. Ага, что, это ты? Это ты? Скажу тебе, конечно. Мужики, вы тут? Вон, собираем, собираем. Ого, смотри, лезут, лезут. В этом. В потолке. Ого, перестрелка пошла. Они мне пощечины дают какие-то. Вообще это балунбоя 40 лет спустя. Так, пацаны, у вас что-нибудь есть там для зрения нормально? О, Ингри Панда, наконец-то, ребята, мы вас встретили. Блин, это пиццерия очень классная. О, Ингри Панда. О, все, я все вижу, теперь ясно, свет, отлично. Так, патронов нет. Так. А, о, есть. Кухонка, кстати, кухня. О, круто. Давай посмотрим вообще пиццерию, мы ее не изучили даже. Давай посмотрим, так, что где, здесь. Где пицца вся? Пиццу всю сожрали уже. Крысы сожрали. Крысы съели вот эти, ходят. Ты видел, какие они... Ты видел, когда их убиваешь, там толстая свинья выпадает? Ой, жареная свинина, да. Иди сюда. Слышишь? Эта штука может закрывать двери за собой. Да как? Так мы можем работать и питаться жареной свининой, короче. Ну, крысами этими, понял? Да, понял, понял. Так, Димон, это вся пиццерия? Так, да. Ингри Панда, у тебя есть там зельки какие-нибудь смешные? О, Димон, а у нас есть динамит? Для зрения. Да не, не яблоки. Динамит? Да. Ну, сейчас мы его откопаем где-нибудь. Надо, наверное, пару стаков динамита, будем залаживать потихоньку эту. Я бы хотел бы взорвать ее. О, мастерская, только тут очень плохо все видно. Классная мастерская, бошки лежат живые. Сейчас, сейчас, сейчас мы что-то придумаем, ребят. Ого, сейчас их тут наплодилось, вы чё? Ох, так. Ого. Чё-то я вспомнил, мне кое-куда надо. Сейчас, короче, знаешь что? У меня зелье кончилось. Да. Ой-ой-ой, мне надо зелье, пацаны. Я сейчас. Блин, тут темно, тут классно, но темно. Так, это ты на, такой нагло. Наглый пришел? А что, так можно было? Так я просто это, в этом читерском режимчике. А, ты крутой челик. Знаешь, почему я читерский режим взял? Смотри. И чё? Смотри. О, давай мне тоже динамитов пару стаков, Димон. Если вы хотите, чтобы мы еще записывали Майнкрафт, пишите «мы хотим» или ставьте плюсик. Плюсик. И мы запишем то, что вы хотите. Я готов мочить их. Да, я готов. Есть. Больно, больно. Идите больно, сюда, мужик. Ого, их тут. Давай пока прикроемся. Так, давай. У нас же этот есть. Динамит. У нас здесь динамит, только мы сейчас взорвемся с ним. Не, не надо, не надо, давай выйдем. Я пока его соберу просто. Прокопаю здесь рядышком, мы выйдем здесь. Я тебе скидывал факелы, дай мне чуть-чуть факелов, и можно детонировать с помощью факелов. О. Понял. Да-да-да. Сейчас. Просто так даете красные факелы. Держи. Они могут сейчас просто... Мы сейчас просто проход этот взорвем, Димас, как в фильмах, понял? О, давай. Вот, смотри. Так, блин, ты заставился тут конкретно. Так. Че не взрывается? Смотри, Димас, пошло-поехало. Ого, быстрей! А, взрывается! Ого! Да fucking shit! Пол пиццерии разнесло! Отвалите от меня! Я вас не хочу дружить с вами! Не, идите. Ого! Ого! Вот это жесть! Нормально раздел... Пол пиццерии нет. А мне нравятся эти эпичные взрывы. Ребята, хорошая, да, была пиццерия? Ну чё это она? Ух ты, блин! О, пацаны, ну это вообще лайк, ребята, просто лайк. Эпичные взрывы. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Стреляй сейчас.